Всем привет! Сегодня делаем шумоизоляцию наших комнат. Первый этаж, второй. Мы сейчас находимся на втором этаже. Вот он пол, видите, идет фанера черновая. На фанеру ложится простой картон. Вот смотрите, двойная прослойка. Ну, это пирог, да, такой, который поглощает волны. Он и как утеплитель, и как в разные волны тоже поглощает. Ну и плюс картон, вот видите, стелится. Вот, картон полностью застилается, он и не даст, если даже будут щели, сыпаться опилком туда. Плотно все застилается. И опилки 15 сантиметров, слой 150 миллиметров засыпается. Это наша шумоизоляция. Так что все, стройка началась. Сейчас застелим. Сейчас застелим весь пол. Пути мы в комнате уже мы так сделали. Там вот тесть работает, штроби для проводки. Все, вот он. Это будет шумоизоляция нашего этого потолка. Сверху также, вот она фанера. Фанера сверху обошьем, вот такая же, это 20 миллиметров фанера. Такая фанера будет основанием пола. И уже на него, ну, какой-то галлюминолеум. Или что-то там положим. Так что и комната будет шумоизолированная, и как бы свой будет микроклимат. Здесь будет проходить батарея, ни снизу там ни жара, ни холод, ничего ни откуда. Стены 50 сантиметров, в комнате будет свой микроклимат. Вот как-то так. Все, занимаемся стройкой дома. Все, скоро увидимся, пока.